Сегодня небольшой грязевой велоэлектроэндуро. Тестирую 500 ваттник. Вот по таким, короче, грязям я катаюсь сегодня целый день. А средний у меня пока на данный момент показывает 17 км в час. По асфальту было чуть больше 20. Тянет, если протектор вот шашечкой, то в принципе вот в этой грязи он цепляет и тянет. Но, конечно, ехать тяжело, иногда приходится пешком идти. Все это дело обхожу. Мотор 500 ватт, обычный Direct Drive. Аккумулятор литий-железо-фосфатный, по-моему, 14 ампер-часов. В прошлый раз мне его хватило на 50 километров. Сейчас вот реальная покатушка грязевая. Посмотрим, насколько его хватит в этот раз. На смену грязюки пришел вот такой жуткий грейдер песчаный. Прям волны, 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 волны. Ничего, едем. Так, проехал я 31 километр. Средняя 18. Половина по грязи. Половина по асфальту. Мотор тянет. В горке, конечно, приходится иногда помогать. Но в целом аккумулятора на 30-ку мне хватило. В прошлый раз мне хватило на 50, но в этот раз я столько просто не проехал.